Сторонники федерализации Украины в Луганской области избрали так называемого народного губернатора и объявили о проведении референдума о статусе региона. На первом этапе 11 мая на голосование вынесут вопрос о сохранении прежнего статуса области или ее автономии. На втором, 18 мая, вопрос о дальнейшей судьбе региона в качестве независимого государства или субъекта Российской Федерации. США обвиняют Россию в разжигании сепаратистских настроений на востоке Украины и грозят новыми санкциями. Впрочем, представитель Госдепартамента опровергло сообщение британской газеты «Таймс» о том, что они будут направлены лично против Владимира Путина. Американский вице-президент Джозеф Байден прилетел вчера в Киев, где проведет встречу с представителями нового украинского руководства и обсудит с ними вопросы стабилизации экономики, борьбы с коррупцией и другие проблемы. Тем временем глава российского МИДа Сергей Лавров призвал Вашингтон повлиять на Киев, чтобы предотвратить кровопролитие на юго-востоке Украины. Женевское соглашение не только не выполняется, но и предпринимаются шаги, прежде всего теми, кто захватил власть в Киеве, которые грубо нарушают достигнутые в Женеве договоренности. Власти ничего не делают, пальцем о палец не ударили для того, чтобы устранить причины, которые лежат в основе нынешнего глубокого внутриукраинского кризиса. Одна из главных причин этого кризиса, по словам Лаврова, насильственные действия ультранационалистов, которые уже привели к человеческим жертвам и конец которым киевские власти положить не могут и не хотят.